Я всех приветствую. Сейчас я включу запись. Если вдруг не будет видно, говорите. Сегодня хочу провести голосовой на такую тему, как автоворонка, и покажу один из способов, как приглашать людей в сетевой бизнес. Этой воронкой я пользуюсь уже где-то примерно 3 месяца, и у меня уже здесь 69 партнеров. Что она дает? Ну, во-первых, эта воронка мне обходится бесплатно. Вообще она стоит 1000 рублей ежемесячная оплата. Я зашла в проект Gin Money, активно его качаю, и мне автоворонка достается каждый месяц бесплатно. Мне менеджер начисляет на баланс автоворонки по 1000 рублей. Причем автоворонку эту можно продвигать. Помимо того, что здесь можно рекламировать абсолютно любой свой бизнес, связанный с интернетом, также можно зарабатывать 40% от вложений. Например, человек продлил автоворонку за 1000 рублей, вам на баланс начислилось 400 рублей. Как только насобиралось 2000 рублей, вы эти, ну, вывод от 2000 рублей. Либо этими деньгами вы можете продлевать абонентскую плату автоворонки. Либо, как я, получать ее в подарок, потому что я активно качаю Gin Money. Вот моя ссылка на автоворонку. Сейчас я ее скопирую и дам в командный чат. Пишу автоворонка. И делаю по ней обзор. Называется она Gin MLM. Здесь есть инструкция, как ей пользоваться, рассылка по своей базе партнеров, например. Нажимаем меню, нажимаем старт, вот автоворонка, обучение, реклама в MLM. Здесь вы можете рекламировать свой проект, свой бизнес, и у человека, который зашел по вашей ссылке в автоворонке, будет... Вот во вкладке «Бизнес» рекламироваться его предложение. Ну, так как рекламируется мне предложение моего наставника, по чьей ссылке я зашла. Вот, например, я нажала «Бизнес», и сейчас я покажу тебе масштаб нашей компании, какие подарки и доход получают наши партнеры. Вот Сергей мне дал ссылочку, мой наставник, отзывы и кейсы новичков. Я могу здесь посмотреть. И фокус-групп. Могу нажать «Узнать подробнее». Сейчас я на этом останавливаться не буду. Вы можете также рекламировать свой бизнес. Как это сделать? Нажимаем «Автоворонка». Нажимаем «Вставить презентацию». И вот здесь вот отправьте в бот видео презентацию или PDF-маркетинг. Ссылочку на YouTube или PDF. Рекомендуем короткий видеоролик от 5 до 10 минут. Нажмите «Отмена», чтобы отменить запрос на добавление ссылки. Я сюда уже вставила сегодня файл, записала свое видео по Gin Money и вставила презентацию со своей ссылкой. Если полистаю повыше, то я вам покажу. Вот, перевод за переводом прямо на кошелек Payeer. Занимаюсь сетевым более 10 лет. Прошла много проектов. Какие проекты сейчас хорошо приносят доход, они тут. Ссылочку поставила на топ-линк. По топ-линку я уже проводила отдельный вебинар. Здесь можно собрать сразу несколько проектов. Топ-линк есть бесплатная версия, есть платная версия. Я пользуюсь платной версией, ну, такая... Там 3 тарифа, пользуюсь средним тарифом, там, где можно вставить под кликабельные кнопки, я вставляю еще свои видео на YouTube. Вот как это выглядит. Вот здесь я рекламирую бот на карту, Telegram-бот Gin Money, предстарт живой очереди Lift 2, проект Whole World, работает с 2011 года, я в нем 10 лет. Здесь сразу видео ставлю. Вот за видео я плачу. Там, по-моему, тариф 1200 рублей в год. Вот второе видео вставила. Здесь автоворонка под любой бизнес. Также я в топ-линк вставляю вот эту ссылку на автоворонку. Люди заходят.
Это я так сделала, чтобы при нажатии на ссылку Топлинка именно с компьютера вот это вот видео, оно автоматически начинало включаться. Ну, можно выключить, конечно, эту функцию. NL рекламирую, найти рефералов в любой проект, рекламная площадка Surfornis, сервис лидер пиара, о котором сегодня буду рассказывать, и мои контактные данные, страница ВКонтакте. Это для тех, кто пользуется, кто продвигает несколько проектов. И вот я продвигаю, в автоворонке продвигаю Топлинк, а в Топлинке продвигаю автоворонку. То есть вот такой вот взаимопиар. Идем дальше. Так, вот нажимаете меню, старт. В обучении здесь вы можете в автоворонке пройти несколько уроков, где вы можете рекламировать абсолютно любой проект. Ну вот здесь лидер пиара, о котором я буду сегодня рассказывать. Если нажмем далее, как увеличить продажи в 2-3 раза, тоже по автоворонке. Далее, что такое первонах в Telegram. Это комбайн 130 заявок в день и так далее. То есть здесь в воронке можно пройти обучение. Также можно дать рекламу платную в MLM. Бизнес я уже рассказывала, что это такое. Мой наставник, можно посмотреть здесь, кто ваш наставник. В поддержку написать. Например, вы зашли в MLM, вы можете в поддержку вот по этим контактам написать, ну, в GenMoney, если зашли, на 3500 попадаете в марафон, и вам дают 1000 рублей на баланс этой автоворонки. Вообще на сутки дается для того, чтобы вы ее посмотрели. И 1000 рублей она стоит. Мне уже здесь начислили около 7000. Вот на балансе у меня 5700. Люди продлевают автоворонку, также которым начисляют по 1000 рублей, а мне приходит 400 рублей. И этими деньгами я продлеваю автоворонку ежемесячно. И здесь можно делать рассылку. То есть я продвигаю автоворонку везде. И у меня, по-моему, там 69 партнеров. Это не спам. Эта рассылка придет людям в личку, в Telegram, в виде оповещения. И чем больше у вас партнеров, представьте, что у вас будет через полгода, там, например, 500 партнеров или 1000 партнеров, и сразу 1000 человек получат рассылку в вашем предложении. Здесь можно отправить видео файлом, здесь можно написать текст с вашей реферальной ссылкой, здесь можно голосовой отправить, даже видеокружок здесь можно отправить. Вот, вот 66. Всего в рассылку попадет 66 партнеров. Ну, сейчас мы им сделаем рассылочку. В избранное я как раз сохранила. Копируем. Будет у меня текстовая рассылка. Вставить. Отправить в ответ на это сообщение картинку или нажмите кнопку «Пропустить». Можно отправить какую-нибудь картинку. Вот, например, с Pair кошелька мой скриншот. А, это видео у меня. Длинное видео может не пройти. Видео так видео. Посмотрим, пройдет или не пройдет. Так, все, не будем ждать, пока оно загрузится. 3 минуты 30 секунд. Все 66 партнеров получат от меня предложение с моей реферальной ссылкой на GenMoney. Идем дальше. Буду рассказывать о сервисе Лидер Пиара, в котором я уже примерно 5 лет каждый месяц набираю себе подписчиков и друзей ВКонтакте. Друзей и подписчиков ВКонтакте у меня уже порядка 35 тысяч подписчиков. Друзей здесь... Так, загрузилось мое предложение. Добавить кнопку с ссылкой, спрашивают.
Нет, ссылка уже у меня в тексте, поэтому я нажимаю «Пропустить». Либо, если вы хотите отправить отдельно реферальную ссылку, то нажимаете «Да». Хорошо, вот что я могу отправить твоим партнерам. Ага, ссылочки тут нет. Значит, надо поменять. Ссылка не проходит, для нее отдельная строка. Значит, мы идем в GenMoney. Копируем ссылочку. Нажимаю «Старт». Нажимаю «Реферальная ссылка». Копируем ее. А можно вопрос? Угу. Что видит человек, который переходит по ссылке этого бота автоворонки? У него кнопка меню, и он видит вот это все, то, что нажимает старт, а я вижу, что присоединился человек. Кстати, у меня пропал туда, куда можно вставить ссылку. Ладно. Видит он автоворонку, а я вижу то, что он регистрируется. А автоворонка сейчас показывает, сколько... Автоворонка показывает, сколько вот человек... Вот такой функционал ага. У него сразу появляется. Ну, он видит меню, он видит автоворонку, ваш наставник. То есть вот когда я нажимаю старт, он вот это вот все видит. Вот. А я вижу, мне приходит оповещение, что ваш партнер, он проходит там несколько этапов. И сфера бизнеса, чем вы занимаетесь, отвечает на вопросы, занимается он сетевым, либо не занимается, и в самом конце либо пишет там «хочу в команду», «не хочу в команду», а мне приходит оповещение. А показывает, вот они мои... показывает ли этот бот, сколько человек получили сообщение? Да, после рассылки. 66 человек. А ну, у кого включено могут... оповещение, разумеется, они видят. У некоторых же они специально выключают оповещение. Угу. Вот список партнеров, вот здесь я могу видеть. Вот, например, нажимаю на Анну, и вот могу написать Анне, вот это личный ее Telegram. И вот здесь я вижу, когда они заполняли форму, Telegram заполнили, WhatsApp заполнили, нажал автоворонка, им нужна какая сфера деятельности у них, сетевик, не сетевик, какой доход она хочет, она ожидает от вас звонка, вот, и пишут, ну, это уже в профиль замужем, мама двоих сыновей, и вот я ей пишу, обычно отправляю голосовое. А если человек выбирает бот на автоворонку, ему приходит сообщение? Либо нет, он, не приходит, допустим, разумеется. Либо он, нет. Допустим, не продлевает автоворонку. Если не продлевает, сообщение приходит. Просто он пользоваться не может, рекламировать свое предложение не может, рассылку не может делать, обучение не может проходить, бизнес свой, ну, не может продвигать. То есть она у него не активна, он будет нажимать старт, а ему будет приходить сообщение продлить автоворонку и все. Пока не продлит. Доступ к функционалу закрыт. Сколько можно заработать, продвигая автоворонку? Ну, 40% с личника. Тут одноуровневая партнерская программа только с личников. А, все понятно. Угу. Идем дальше. Буду я рассказывать про лидер пиара. Пользуюсь я около 5 лет. Друзья 7267. Ну, мне ВК считает, что у меня уже лимит, потому что он 1-2 я добавляю, все, он добавлять уже не дает, хотя лимит там 9 тысяч. Раньше писали вот здесь вот с правой стороны, очень у меня долго все грузится, с правой стороны писали, сколько подписчиков. Вот здесь вот сейчас это все переделали, и подписчики теперь скрыты. Ну, было у меня где-то около 35 тысяч человек, и второй аккаунт у меня есть, там 50 тысяч человек. Потом это перенесли в друзья, в исходящие заявки.
все друзья, параметры. Были исходящие, то есть это подписчики, а сейчас вообще их скрыли, получается, мои друзья, лучшие друзья. В общем, подписчики здесь скрыты, я даже не знаю, где их найти, если честно. Идем дальше. При регистрации в лидер пиара вам надо пройти ротацию. Ротация – это добавить 20 человек в друзья. И кто на бесплатном профиле, тот, ну, рекомендуемое время примерно раз, то есть не время, примерно раз в 3 дня проходить ротацию, добавлять 20 человек, и таким образом вы обмениваетесь друзьями, и количество ваших друзей у вас на странице ВКонтакте растет. Чтобы не делать ротацию, ну, занимает она минут 15, это каждому в профиль зайти, каждому добавиться, и потом следующему и так далее. Для этого есть 2 тарифа, о которых я сейчас вам буду рассказывать. Тариф SET – это 200 рублей в месяц, и тариф VIP – это 400 рублей в месяц. Я всегда покупаю максимум, и сейчас расскажу, чем они отличаются и чем лучше тариф VIP, и чем он отличается от SET. Тариф SET за 200 рублей подойдет для сетевиков, упрощенное участие в ротации. По-моему, там не 20, а 10 человек добавлять, если проходишь ротацию. Реферальное отчисление со всех 10 уровней. Почему не знаю? Потому что ротацию я не прохожу уже 5 лет, и, может быть, там уже все поменялось. Вот. Всегда проплачиваю тариф, и ко мне добавляются люди, те, кто на бесплатном пакете. Возможность добавиться в VIP-ленту, вот в эту, вот она я стою. Как только я исчезну из VIP-ленты, я опять добавлю, вот нажму кнопку «Попасть сюда». Опция топ-контакт. Когда человек проплачивает тариф, все участники его видят. И вот здесь он будет стоять до тех пор, пока еще какой-нибудь участник не проплатит тариф либо VIP, либо SET. И все участники его видят. Здесь в лидер пиара порядка 50 тысяч человек, которые хотят увеличить свою базу подписчиков и друзей. Тариф VIP стоит 400 рублей в месяц. Какие тут преимущества? Подойдет для продвижения и заработка. Упрощенное участие в ротации. То есть вы можете ротацию вообще не проходить. Ваше имя будет выдвигаться в первой двадцатке, то есть первые 10 человек – это те, кто на VIP. Остальные 10 человек, ну вот когда человек проходит ротацию, например, Ваня проходит ротацию. Ротация – это когда он добавляет 20 друзей. И вот первые 10 – это кто купили тариф VIP. И, например, человек 7 купили тариф VIP за 400 рублей, и примерно человека 3 в этой ротации, в этой двадцатке купили тариф SET. Вот, 10 человек VIP и SET, а остальные, кто на бесплатном пакете. И человек добавляет, вас добавляет, сегодня проходит ротацию, там, завтра, ну, если каждый день будете проходить ротацию, возможно, ваш аккаунт забанят. Я советую раз в 3 дня, а еще лучше покупать тариф и вообще не проходить ротацию, пусть проходят те, кто на бесплатном пакете. Прирост ВК, прирост подписчиков ВК, изучите подробнее. И VIP-предложение с визиткой. Вот здесь можно посмотреть подробнее в разделе помощи. Ну, все, не буду сейчас на каждом останавливаться. Краткое знакомство с лидер пиара. Что делать, как работать здесь, что такое ротация, как часто ее можно проводить, сколько лидер пиара дает друзей, как работает VIP-статус. То есть тут очень много вопросов и ответов. И здесь то же самое. И также всем участникам сервиса показывается VIP-предложение. Здесь можно посмотреть свое предложение, которое у меня, конечно же, тоже есть. Здесь мой ВК, скайпом я уже давно не пользуюсь, и Telegram. Здесь я поместила свое видео с переводами на Payeer-кошелек из GinMoney. Здесь можно добавить свою ссылочку. Ну, вот здесь видео, контакт на ВК, связь со мной и ссылку. Можно его изменить.
Например, неделю повисело, все, надоело. И можно его изменить. Как изменить? Вот здесь вот добавлять ссылку для видео, фон, ваше VIP-предложение, пишите текст. Здесь расшифровка текста, то есть описание, и ссылка. Вот в данном случае у меня реферальная ссылка на бот GenMoney. Ну, добавила здесь превьюшку. Здесь у меня ссылка на мой YouTube. И сейчас я его подниму. Поднятие стоит 10 рублей в день. И раз в сутки я его поднимаю. То есть за 30 дней я оплачиваю, помимо VIP-аккаунта, 400 рублей, я оплачиваю еще 300 рублей, то есть 10 рублей в день. Поднимаю в топ. Нажимаю «Поднять в топ». С вашего реферального баланса будет списано единоразово 10 рублей. Нажимаю «Продолжить». Вы успешно подняли свое VIP-предложение в топ. Сейчас страница обновится. Все, вот мое VIP-предложение. И все эти люди, которые в лидер пиара, видят мое предложение. Если нажмут «Открыть», там выйдет моя реферальная ссылка. Сейчас здесь подгружается VIP-лента. Как только я исчезну из VIP-ленты, я снова туда добавлюсь. Здесь в профиле можно заполнить свой профиль. Можно перепривязать аккаунт ВКонтакте. Если у вас другой, либо забаненный, можно его перепривязать. Здесь есть реферальная программа. Отчисление для VIP и SET. Вот 40% с первого уровня фри, это бесплатный пакет, значит 15% с личника. То есть даже вы можете не проплачивать, приглашать сюда людей в сервис, получать 15% на свой баланс. Но вывести вы его сможете, если только куплен тариф VIP или SET. Либо, например, насобирать с реферальных и оплачивать с реферальных, как я и делаю. Второй уровень для VIP-овцев и SET-овцев 20%, третий уровень 10%, четвертый 5%, пятый уровень 5%, шестой 3%, седьмой 3%, восьмой уровень 2%, девятый 1%, десятый 1%. У меня тут предостаточное количество рефералов. 62 первый уровень, 116 второй, 268 третий, это за 5 лет, 94 четвертый, 55-й. 12 человек на шестом уровне, на седьмом 3, ну и пока только до седьмого уровня я дошла. Вот такая жирная партнерка. Ну, здесь на балансе, вот вы можете пополнить. Пополнение здесь есть различные способы оплаты. Это Payeer, Яндекс.Деньги, Perfect Money, Kiwi, WebMoney, Advance Cash. Купоны – это если вы передадите свой купон, ну, вот, чтобы создавать купоны, нужно иметь статус VIP. Купоны с баланса – это значит, что при создании сумма купона будет вычитаться из вашего реферального баланса. В этом случае купоном может воспользоваться любой участник, кому вы передадите код купона. Либо купон из награды – это значит, что при создании средства на балансе не нужны. Сумма купона будет вычитаться из вашей реферальной награды. В этом случае купоном может воспользоваться только ваш реферал первого уровня, которому вы передадите код купона. Либо код купона увидит и сможет использовать только тот, кому вы передадите его лично. Здесь можно почитать новости. Вот новости. 3 июня написали, объединили раздел тарифов и выбор тарифа. По многочисленным просьбам мы объединили два раздела тарифа и выбор тарифа. Ранее, чтобы попасть на страницу тарифа, выбора тарифа, приходилось сделать два клика. Первый по разделу меню тарифа, второй по кнопке тарифа в разделе. Теперь не придется делать лишних действий. Этим самым мы сократили количество лишних переходов по страницам. То есть выбор тарифа можно сделать сразу после перехода в раздел меню тарифы. Мы стараемся заботиться о том, чтобы ваша работа была максимально удобной. Здесь есть ваша реферальная ссылка для ВК, VIP-визитка только для VIP-овцев. Давайте посмотрим, скопируем, посмотрим, что это такое. Ну,
Вот сразу она ведет уже на VIP-предложение. Тоже эту ссылку можно использовать в соцсетях. Если есть вопросы по лидер пиара, готова выслушать. И запись я остановлю.